Родителям омских школьников предлагают сдать ЕГЭ, чтобы взрослые ощутили атмосферу единого экзамена и смогли убедить детей не бояться испытания. Об этом в международном пресс-центре МКР-Медиа рассказал исполняющий обязанности ректора педагогического университета Геннадий Косяков. Тестировать взрослых будут 28 февраля на базе 4 омских школ. На каждом пункте зарегистрировалось от 10 до 30 участников. Сдавать экзамен можно по русскому языку, математике, обществознанию, физике, географии или истории. Оценки поставят только тем, кто пожелает этого.